Роскосмос сообщил о проблемах, возникших после утреннего запуска ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный». На целевую орбиту не удалось вывести спутник «Метеору-М». Предполагалось, что в течение 5 лет он будет передавать сведения, которые помогут прогнозировать погоду и состояние ледников. Однако в заданное время он не вышел на связь. Головная часть в составе космического аппарата «Метеор-М» и разгонного блока «Фрегат» была выведена на заданную промежуточную орбиту. Во время первого запланированного сеанса связи установить контакт с космическим аппаратом и разгонным блоком не удалось в связи с тем, что они не были выведены на целевую орбиту. Специалисты ведут анализ ситуации.